Приветствую зрителей на канале, с вами Смайлсик, и мы завершаем серию о пятой части Дизи. Пора помочь еще одному персонажу. Кольцо оставим пока здесь, мы его спускаем сразу к Тео. Очень странно, пахнет чесноком. Ладно, здесь я понимаю, что он почувствовал. С фонариком мы идем... в место, где было очень темно, коллекция игр про Дизи. Так, про это я уже читал. Все-таки мы выбирались из водоема, да. Здесь даже следы остались. Можно было и на вагонетке проехать, но нам нужно сюда. И теперь мы видим, что находится в этой пещере. Здесь мы используем водоросль. Летучие мыши, учуяв запах водорослей, улетают на безопасное расстояние. Все, водорослей у нас нет. Но летучие мыши решают с нами не связываться. Нет, придется перепрыгивать. Все равно заденет, это Дора. Привет, Дора. Дизи, ой, я так испугалась, тут было так темно. Я уж подумала, что превратилась в какую-то гадость. Послушай, Тео сможет тебя вытащить, если я принесу ему 5 звезд и какую-нибудь твою вещь. Ну, если у меня... есть у меня хрустальная туфелька, принц подарил мне ее. По какой-то причине, но я никогда не носила ее. Почему ты ее таскаешь тогда? Почему не носила? Это очень приятно. А ты-то откуда знаешь? Ты что ли носил? Да, это так, но она мне велика, да и какой толк, все равно у меня она только одна. Забавный принц, подарил только одну туфельку. Забираем туфельку. И выбираемся. Здесь нам больше делать нечего. Выкидывать фонарик нет смысла, иначе мы здесь будем терять здоровье. А вот здесь можно уже выпускать светляка, вы открываете банку и светлячок улетает. Банку можно оставить здесь, как и крышку, больше они нам... не нужны. Теперь у нас целых 2 предмета, которые мы относим к телам. Но это еще не все. У нас остался еще один проход, где мы оставили ласты и акваланг. Так, замечательно, вот он. Но нам нужно будет выкинуть один камень, иначе мы не сможем забраться в этот проход. Здесь камень выкидываем. И, по сути, вещи можно будет уже... так, фрукт убираем. Оставляем кольцо, оно не нужно. И туфельку. Мы их никак не будем использовать. Теперь нам снова нужно 2 камня. И компьютер с молотком. Они понадобятся на том этаже, то есть в любом случае за ними возвращаться придется. По-моему, это последний раз, когда мы перебираемся на эту... с этой стороны. Хотя... кое-что мы все-таки еще не взяли. Но камни нам больше уже не понадобятся. Кроме последнего спуска. Чтобы отдать все Тео. Все, 2 камня взяли, 2 места у нас как раз под молоток и компьютер. Так, к любой физике можно привыкнуть. Да, у нас еще Боги остался. С ним мы тоже разберемся. Он нам не дается, его просто нужно поймать. Так, молоток и компьютер. Так, все, камни выбрасываем. Они нам не нужны.
все остальное нам пригодится. Подключаем компьютер сюда. Вы включаете ZX81 и нажимаете на кнопку «Новый ключ». Все, теперь можно будет забрать еще одну звезду. Вот здесь. Можно это съесть, все равно нам не нужен. И ныряем в трубу. Так, видимо, только с этой стороны можно зайти. Краткое пояснение для тех, кто не видел Sinclair ZX81 до этого момента. С ним вы можете не только играть в игры, но и управлять собственной подстанцией. Теперь вы это знаете. Честно, никогда не сталкивался с этим компьютером. Так, здесь нам понадобится абсолютно все. Прыгаем в эту сторону. Ох, промазал. Нужно будет подняться наверх. Здесь есть звездочка. Ну, ладно. Мы туда еще вернемся. Отсюда все равно нужно будет как-нибудь вылазить. Надеюсь, здесь с управлением плаванием будет все нормально. Не зря же мы его притащили сюда. Акваланг и ласты. Насосная станция, которая работает только лишь, если по ней ударить молотком. Вы ударяете по чугунному рычагу молотком и слышите грохот приближающейся воды из трубы. Все, теперь здесь можно плавать. И еще одна комната, в которой нужно будет найти что-либо. Так, железный молоток нам больше не нужен, оставим его здесь. Потому что мы сюда зашли не просто так, а за одним предметом. Да, только нужно еще как-то исхитриться его взять. Он находится вот за этой черепицей, панель стены. Легкая ткань, панель можно поставить обратно. Нет, не получилось. Сейчас еще выбраться отсюда нужно. Нет, не в ту сторону прыгнул. Так, здесь, по-моему, тупик. Так, снова. Так, обратно падаем. А здесь можно потратить порядком времени. Ну, в эту я ударяюсь. Вот так. И обратно. И все по новой. Нет, зачем сюда-то? Так. Отлично. Ох, с самого края. Здесь надо по-другому, видимо. Здесь можно потратить порядком времени. Ой, все забываю. Все меня тянет на эту сторону. Нет. Так давно играл в это, я просто не помню уже. Так, здесь вниз, по-моему, мы не спрыгиваем. Да, здесь ничего нет. Да что за... Привычка-то лезть сюда. Не-а.
сколько жизни здесь можно растерять только из-за вот этой вещи. Что мы падаем с высоты. Так, во что же я врезаюсь-то? Нет, все равно нет. Не допрыгиваем. Надо было запомнить, где я заходил, потому что, по сути, на эту платформу-то и нужно попасть снова. Так, и так уже на краю. Некуда ближе. Так, здесь точно потолок. О, все, замечательно. Просто не долетал. Сейчас поднимаемся наверх. Здесь спит Дози. Да что ж такое там? Не работает эта кнопка нормально. Ладно. Это нам в любом случае пригодится. Так, рыболовная сеть. Выносим это за подушкой, отдельно придется возвращаться. Так. Нам в любом случае придется залазить туда-обратно. Все, мы не вынесем. Так, рыболовная сеть. И легкая ткань. Нужна еще подушка. Вот здесь у нас еще одна звезда. Ну, выпрыгивай. Для тех, кому интересно, первоначально эта графика была предназначена не для этой насосной станции. Она была сделана для железнодорожной станции Стокпорт. Вот здесь за перилами еще одна. Так, и остается у нас забрать подушку у Дози. Давай, только не подведи меня. Плыви. Да что тут такое-то? Да. Привет, Дози. Хрррр. Эй, Дози. Хрррр. Дози. Чего? А, это ты? Где это мы? Послушай, Теос может тебя вытащить, если я принесу ему 5 звезд и какую-нибудь твою вещь. Хорошо, но у меня действительно ничего нет. А как насчет твоей подушки? Но она мне нужна. Зачем? Ты что, тупой? Спать же. Ты же не думаешь, что я буду спать на этом жестком металле? Я думаю, ты потерпишь. Удобная подушка. Ну что ж, теперь пора выбираться. У нас осталась еще одна звезда, и для этого нам понадобится... Снова ласты, и снова нужно будет плавать. Так, нам понадобится... Подушку можно оставить здесь. Ладно, перенесем ее ближе к краю. И ткань тоже. А сеть и компьютер нам еще пригодятся. Сразу начнем их вытаскивать. Так, легкая ткань. Подушка.
забираем сеть и компьютер. Ага, здесь нельзя вылезти. Так, компьютер оставляем здесь. Хотя можно было его и закинуть уже. Ну ладно. Все равно возвращаться. Сетью ловим Поги. Привет, Поги. Ик-ик. Вы ловите сетью Поги и снимаете с него ошейник. Ошейник забираем. Хотя, можно его оставить и здесь. Чтобы он место нам не занимал. Хотя нет, нам сейчас к киту уже. Последнее плавание. Да, ничего лишнего. Пугает еще ведь. Но нет. Просто надо еще за одной звездой добраться. Все, все звезды собраны. Визит в Голливуд теперь дешевле, Сеймур в кино уже в продаже и многие другие игры со множеством загадок в придачу. Ну, очередная реклама. И без ласт. Что-то чувствую, я отсюда могу не выбраться. Без ласт эту липкую ленту просто не забрать. Попробую все-таки поаккуратнее, может меня хватит. По крайней мере здесь по пути где-то были, была еда, или я ее уже съел. Надеюсь, я все-таки обойдусь без потери жизни. Все, больше погружаться мы не будем, поэтому можно будет все выкинуть. Так, клейкая лента только у нас остается. Ласты выкидываем, акваланг выкидываем. Попробуем даже здесь без потерь приземлиться на батут. Ох, промахнулись. Ну, я бы, в принципе, на этом месте бы точно жизнь уже потерял. Вишни я здесь уже забрал. Так, нам понадобится два камня. Снова. Ну, здесь бы жизнь потеряна была. Еще раз. Так, на эту сторону мы больше точно уже не вернемся. Осталось только донести все предметы. Компьютер тоже нужно будет скинуть, поэтому... Так, что ж ты... Оставляем здесь клейкую ленту. Компьютер забираем. Так. С
сразу к Тео, наверное, попробуем. Чтобы с камнями было проще. Ах, не вышло. Ладно. Что делать? Раз сюда уже попали. Просто можно улететь слишком далеко и не попасть к нему. Без камней. А у нас как раз два... Вот эти вещи, они обязательны. Ну ладно, попробуем. Ну, отлично. Все, у нас по сути все есть. Единственное, что ему не нужно, это легкая ткань. Не нужна, все остальное нужно. Все, 4 предмета первых и потом 3 следом. У тебя есть звезды, говорит Тео. Теперь дай мне что-то, что принадлежит жителю Йолфолка. Давайте туфельку. А, туфелька Доры. И 5 волшебных звезд. Отлично. Теперь я произнесу заклинание. Фокус-фокус. Тидли Тора. Возвращайся домой, возбужденная Дора. Следом Дози. А, любимая подушка Дози. И 5 волшебных звезд. Отлично. Теперь произнесу заклинание. Фокус-фокус. Крамбзли, думбзли, Дози живо, блин, в кровать. Ладно. Не в рифму, там, по-моему, было в рифму. Перевод недословный. О, компьютер Дензела. И 5 волшебных звезд. Отлично. Заклинание фокус-фокус. Румпти-тумпти, тидли-тумдли. Лети домой, Дензел. Что-то, Тео, ты тут не в рифму сказанул. Эти слова нелегко придумать вот так сразу, однако сработало же. По-моему, предыдущие были не в рифму. Так, ну и ошейник. Ага, ошейник Поги и 5 звезд. Фокус-покус, угли в угли, Поги дома, проявись. Так, все, предметы эти нам больше не нужны. Осталось еще 3 предмета. Остальное нам понадобится, чтобы выбраться самим. Кольцо Дейзи. А, кольцо Дейзи. Заклинание фокус-покус, дует ветер, отправляйся к дому Дейзи. Может, здесь перевод-то и дословный, изначально это было в рифму. Флюиды Дилана. Ого, флюиды Дилана и 5 звезд, фокус-покус, стон и гром, из каменной ловушки Дилан вон. Здесь хотя бы более или менее. Ну и последний, дедушка. А, дедушкина слуховая трубка. Фокус-фокус, изи-визи, возвращайся-ка, дед, домой. Последние 5 звезд предназначаются волшебнику, но не нам. Вот, Тео, последние 5 звезд. Теперь настала моя очередь отправиться домой. Да нет, Дизи. А как же я? Ты всех нас сюда отправил с помощью магии, так что возвращаться тебе придется самому. Но как? Я искал везде. Всегда есть способ. Как только я использую свои звезды, чтобы вернуться домой, я тебе кое-что оставлю. Вероятно, это придется использовать с другими предметами, так что надо искать их тщательно. Удачи тебе. Фокус-фокус. Это для меня. Гидлио Кеус. Тео, уходи домой. На Zdeck Spectrum, кстати, в переводе была рифма, то есть специально это подбирали, и он оставил нам веревку. Оставляем все остальное здесь. Было бы забавно, если бы нужно было еще поднимать это все из шахты и возвращать это их владельцам. И последняя эта лента, она у нас осталась наверху. Используем веревку. Немного веревки, немного палочек, немного легкой ткани. Закрепляем все липкой лентой. Вау, и готов бумажный змей. И с помощью него мы поднимаемся еще выше. Так, нужно будет. Так, это получилось. Здесь у нас есть бур. И перепрыгиваем обратно.
Ладно, последняя потеря жизни, хотя нет, еще одна может быть. Ну ладно. Я все равно без потерь это сделаю. Хотя это не совсем без потерь. Идеальное место, где можно использовать бур. Повыше втулки под фланец. Было бы забавно, если бы кто-то стоял на нашем пути. И снизу вылез этот бур. Ну что ж, на этом серию можно будет завершать. Потому что игра полностью пройдена. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до встречи в других прохождениях. Всем пока.